Конечно же, есть люди, имеют определенные качества такое, более наглые, более нарванные, более нетерпимые или наоборот, более везучие, более сильные или более, ну непонятно какие, везучие там по знакомству. И вот у таких людей каким-то образом или каким-то боком начинает светить фортуна, этим людям везет. А есть люди умные, хорошие, добрые, теплые, справедливые, как нам кажется. Но у таких людей не везет в жизни. Я очень долго думал на эту тему и могу сейчас, как человек успешный, который прошел и Крым, и Рим, дать свои выводы. Оказывается, существует определенное, наверное, чувство, которое создает человек, которое влияет на то, получается у него зарабатывать деньги или не получается. Это целая программа, и о ней нужно знать, ну, буквально каждому человеку. Дело в том, что очень часто вы слышите в интернете такие слова, как энергия, энергия, энергия денег, энергия любви, энергия силы, рода, и там разные энергии. Вам предлагают эту энергию и прокачать, и запустить, и там что-то с ней делать. Что же такое энергия денег, как с ней можно коммуницировать, существует ли такая энергия? Дело в том, что одно из знаний, которое заключается в, наверное, моей жизни, это мой персональный вывод, который я сделал очень давно, который заключается вот в чем. Я считаю, что да, действительно, миром управляет не сознание, и даже не наш ум, и даже не совпадение. И даже не первопричины. Я считаю, что миром управляют наши чувства, которые мы создаем. Да, действительно, чувства, которые мы создаем, они каким-то образом управляют на те события, которые в нашей жизни происходят. И при чем тут деньги? Первое. Когда вы коммуницируете с энергией денег, которая заключается в том, что вы чувствуете в тот момент, когда вы думаете о деньгах, думаете о расчетах, думаете о том, будут у вас деньги или не будет денег, будут у вас доходы или не будут, как вам продавать, как жить, как находить и там еще что-то делать. Если вы в этот момент переживаете, то денег у вас не будет. Если вы в момент расчета, в момент покупки, в момент коммуникации или смотря на чужую дорогую автомобиль или хорошую чужую жизнь, произносите себе, скоро у меня это будет, это уже является целью. И второе, запомните, забывайте тут же момент, который связан с тем, что вы с этим коммуницируете. То есть рассчитались, будет еще. Заплатили, вам кажется, что потратили, замените слово потратить на слово выплатить зарплату или приобретать. Приобретаю себе новую жизнь. Можно говорить, приобретаю себе жениха, или приобретаю себе богатство, или приобретаю себе еще что-либо. Таким образом, вы будете перевоспитывать свои чувства, давая новый потенциал в своей жизни, направляя или коммуницируя с энергией денег таким образом, чтобы в жизни было хорошо.